Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас королевская атака, это эпическая башня, в которой у нас будет 5 битв, и опять же, это у нас существа из павшего королевства. Так что, кто не смотрел прошлую часть по битве с павшей королевством, там была редкая башня, и там были как раз вот вставочки, я делал из фильма с теми динозаврами, которые у нас были. Ну, в общем-то, сейчас мы уже просто так будем сражаться с этими существами. Итак, у нас идет Стегич, этот парнишка пробивает все и вся. Ну, давайте вот так вот пойдем. В принципе, начнем, наверное, с Димитродона. Он все-таки имеет иммунитет, то есть его Стегич не замедлит, и ну и щит ему не нужен. Так, тиранозавр пошел, да, у нас. Давай, ну один удар мы по-любасу переживем, мы еще и быстрее, чем тиранозавр, их не может не радовать. О-о-о-о-о! Вот это он нас укусил. Ну да, это вам не просто так, 19-й рекс. Ну, блин, да, мы его даже с критом бы не пробили. Бедняжка, отъехал, но парус был зачетным. Так, давай уничтожитель тиранозавров. Тиранолофозавр, покажи, на что ты способен. Умничка. Да, этот рвет рексов на раз-два. Увы и ах, ничего он не сможет сделать. Ну, я так думаю. Ну а если кританет, у него шанс крита 20. Ну и последний удар. Хорошая попытка, стегозавр. Ну, крита не было, но тем не менее. Хотя, сколько мы удара нанесли? 3. Бой номер 2. И у нас тут пахик. Вот с такими вот умениями хорошими. У меня тоже есть пахик. И есть... Броник. Ну, тут нужно идти вот так. Вот так, допустим. Димитрича брать что-то неохота. Кого возьмем? Ну, вот так. Погнали. Начнем с Рекса. Рекс, Пекс, Фекс. Или нет, сейчас давайте смотреть, с кого бы нам начать. Ну ладно, давайте с Пиритатора. Появился гигант. Делаем вот так и сваливаем, и подменимся. Понятно, я бы его мог как бы дальше там дымажить, но я, пожалуй, вызову Рекса. Ах, вот он как раз и очистился, да? Ну, Рекс, ну давай, 1300. Как раз кританешь. Давай, жги, крит. Отлично. Так, Стиги. Блин, он сейчас пробьет. Делаем вот так. Неуязвимость, дружище. Но он сейчас парализует. И сейчас его ход, да? Вот так. Ну вот, паралич. Сработал паралич. Но ничего, ничего. Так, это было больно, дружище. На тебе вот так. И давай 50%. И потом двойной урон. И все отлично. Oh.
блин, скорость ему перешла. Паралич. Ну шо ж ты так меня подводишь? Ам-нам-нам, кушай. Ну, это я так, прикалываюсь, конечно же, ребята, поскольку у нас есть такая возможность. Итак, ребятки, бой номеро 3. Так, этот гаденыш нас проатакует очень больно. Нам сразу прилетит 1,5 урона. Это, двушку может снять, ёшкин ты кот. И кто это все дело будет на себе тащить? Ну, давайте вот так попытаемся. Монастиготопс, наверное, пойдет сейчас у нас первым. Так, а на Кентрич, если подмениться, замедление идет. Ну, посмотрим. Так, ну такое себе, конечно. Два косаря прилетело. Так, ну вся надежда на паралич. И паралича не было. Досадно вышло. Давай, Стиги, твой выход. Так, ну Стиги сделает дело. Так, у него обычный удар, это со щитом, неплохо. И Стиги будет быстрее. Косарик, ну 900 сняли. Двойной урон нам не особо. Крит? Да, еще и с критом. Ёшкин кот. Крепкий ты парень оказался, брахи. Надо подменяться. И у нас как раз для этого есть удар с подменой. Давай на Тадзянга, ну, замедление даст. Но лучше бы надо Дракорекса подменился. Так, у нас есть максимальная контратака. А что так? А максимальная? Какая она максимальная? Она 0.25, четверть. О, прям как будто бы в голову ему прилетело, но он очистился. Контратака. А скорость на нашей стороне все равно осталась. Как-то его очищение не очистило. Так, и давайте нам награду. Оу, ребята, бой номер 3. Здесь все не просто так. Так. Тут даже не знаю, кого брать. Ну, шустрых ребят, что ли, взять. Монастиготопс тоже, кстати, ну, хороший, это динозавр на самом деле. Не знаю. У нас есть же возможность один раз проиграть. Потому что когда уже три противника 20 уровня, здесь надо уже поднапрячься. Давай, магний.
Так, а у него в обход брони идет, блин. Против Рекса хана нашему магнипериту. Он как бы не подходит против под это все дело. Он следующий удар не выдержит. Так, ха. Все-таки нормалек. Это вам не просто так. Красавчик. У него тоже два сильных удара, в принципе. Полтора и два урона. Так, теперь блюха, да? А вот теперь можно сделать его так. Нам сейчас двойной урон, да, прилетит? Нет, вот черт подери. Это нехорошо. Двойной урон пролетит мимо брони. Крепкий парень. Здесь нужно подменяться. Конечно. Так, ну давай вот так. Блин, ну сейчас двойной урон прилетает, да? Блин. Очень неудачно получилось. Блин, не то я хотел сделать. Совсем не то. Что-то я так долго этого беднягу насилую. Пал смертью храбрых. Блин, очень неудобно. Он мне тут продамажит всех. Вот этот удар его, блин. Неудобно. Никогда не думал, что блюха может быть такой неудобной. А теперь Брахик появился, которого тоже, в принципе, не так просто будет пробить, потому что у него жизни у его туча. Так, сколько он там бьет? Там много бьет, и шанс крита у него хороший. Так, ну да, это была, конечно, не лучшая затея. А у меня тут никого-то и нет из тех, кто бы его могли утихомирить как-то. Блин, хана нам. Печально. Хищника нет какого-то. Ду-ду-ду-ду-ду. Итак, ребятки, ну что, тогда возьмем мы вот такого вот парня. Вот тебя возьмем. Так. Тут, да, Рекс, Пекс, Фекс. Комбинация какая-то неудобная получилась. Ну, не знаю, тебя давай возьмем. Так. Ну, ладно, вот так пойдем, давайте. Кусючими пойдем на этот раз. Так, ну магнипериттер хорошо начинал. Но он единственный, конечно, хорошо себя проявил.
Блин, ну на этот раз нам не фартануло. Так. Ну давай с тебя начнем. Снижение урона — это то, что сейчас очень надо. О, еще и кританул, красавчик. А что у тебя с критом? 5% всего лишь-то. Так, это чудовище быстрее, конечно. Хотя, может, стоило, наверное, скорость замедлить, блин. Ладно. Трики, ну трики, контратака сейчас добьет, тут как бы все понятно. А еще вот такая штука есть. Он сам себя сейчас убьет. Вот, раз, контратака. И давай второй удар. Ну давай, давай, давай. Вообще ни о чем. Но он еще живой. Мы его так вот будем нерфить. 67 урона. И мы его пробили. Смотри, почти ничего не потеряли. И три контратаки провели. Ну и вот как раз отлично. Я тебя ждал. Это была контратака с критом. А вот это теперь без крита. Трики, красавчик, блин, надо его качать. Но я все деньги потратил на эндораптора. Так, ну я, в общем-то, так, ребятки, и взял. Индораптор, давайте магнипиритор, давайте возьмем такого парнишку и, ну и такого давайте. С кого начнем? Ну давай с него. Дилоранозавр против индораптора. Блин, индораптор быстрее оказался. Это хорошо, он, смотрите, он использовал очищающий удар. Это круто. Мы его можем немножко приуспокоить. Можем его даже парализовать. Выживем? А, нет, не выжили, блин. Крит прилетел. Ну ладно, пора вызывать тяжелую артиллерию. Чао, мой друг. Макси левел, максимальный уровень, ребятки, 30-й. Сильнейшее существо в игре на данный момент. Блин, попал. Так, если бы я знал, что ты так сделаешь, я бы тебя сразу уничтожил. До свидания. И брахик, да? И крепкий-крепкий брахик. Ну, давайте мы сделаем каши. Что мы будем делать? Давайте вот так. Повоюем еще другими ребятами. Как будто бы орел над головой у него был. Ну, вот так. Это подмена с ударом была. Это хорошо. Но, а вот это нехорошо. Да, не навоюешь ты особо, Дракорекс. Следующий удар не переживет, блин, обидно. Так бы параличом думал воспользоваться. Давай, магнипиритор. Как раз, может, и пробьет.
Вот и все. Классное существо, конечно, у него немножко маловато здоровья, но... Ну, красавчик. Так, ну и что там за награда? Кстати, мне считаем инкубатор, по-моему, 24-часовой ждет, надо его собрать. 13 тысяч. Куча галимимов. О, стегозавров. Но опять же, дайте мне 10 тысяч обычных трицератопсов. И стиги насыпали. И у нас есть кое-что на открытие. Так. Так, забыл, как того динозавра зовут. Гей. Мирагея. Точно, вспомнил. Еще 13 тысяч, ребята. Алычи насыпали, блин. Но опять же, где мои десятки тысяч обычных трицератопсов? Их нет. На этом все. До скорых встреч.